А есть фрики, такие как Сергей Зверев, как там, Тимати, вот Трахтенберг, вот давайте. Давайте, да, я занимался тем, что я эпатировал публику. Да, я снимался в порнухе, я знал, для чего это делаю. Для чего? Для того, чтобы заработать денег и заниматься образованием, чтобы путешествовать по миру, чтобы покупать ваши книжки, между прочим. Понимаете, поэтому вот приходят люди, я говорю, уйдите, мне стыдно за то, что я сделал. Я пытаюсь, вот Невзорову тоже стыдно. Объясняю, всегда, к сожалению, существовало две культуры, да? Культура подлинная, культура белая, настоящая, и низовая культура, культура плебса, культура, изобретавшая стишки Кирши Данилова: «Без дыры бегут попердывают, и без носа бегут понюхивают». И всегда у Кирши Данилова было читателей в сотни и тысячи раз больше, и чем на возможность услышать в подлиннике от автора, возможно, слово о полку Игореве.